как минимум на несколько дней. При этом ряд министров, в том числе глава российского МИДа, покинут Вену, но делегации продолжат работу. О том, как обеспечить стабильное развитие российских регионов, говорили сегодня в Кремле. Владимир Путин провел встречу с губернатором Томской области. Сергей Жвачкин доложил, что промышленные предприятия даже в условиях экономических ограничений не просто продолжают работать, наращивают объемы производства. А областное правительство смогло найти баланс между потребностями субъекта и возможностями бюджета. В итоге все социальные обязательства выполняются, основные стройки финансируются. Вы сравнивали ситуацию сегодняшнего дня с аналогичным периодом прошлого года, как действительно в Томске ситуация по сравнению с 2014? Я бы назвал одним словом стабильность. У нас выросли среднедушевые доходы на 19% практически. У нас за 5 месяцев мы выполнили план доход по доходам и налогам. Естественно, у нас рост средней заработной платы практически на 7% вот за эти 5 месяцев. Да, есть сложности, но, во-первых, мы четко знаем, что мы эту бюджетную составляющую обеспечения выполняем. Во-вторых, мы все стройки, которые мы начинали, мы с уверенностью их заканчиваем. За эти 5 месяцев у нас идет положительная динамика по рождаемости.